стали спорить с арбитром, не стали тратить время и силы испанские футболисты. На трении судьи организовали практически тут же еще одну атаку, и она оказалась голевой. Произошло это на 84-й минуте. Обратите внимание, кто наносил решающий удар. Его наносил Найбет, получил в начале поединка желтую карточку. В общем-то, Мануэль Пабло, Донат и Найбет порой допускали ошибки. Именно после их ошибок возникали опасные моменты у ворот Малины. Но все-таки вот этот гол, наверное, покроет вот все те промахи обороны. Найбет оказался в нужном месте после передачи Пандиани.